Слушай меня внимательно. Утром и вечером ходьба. 30 минут быстрым шагом. Японская ходьба. 120 шагов быстро в минуту, потом 60 медленно. Да, успокойся и просто походи погуляй. 30 минут должна быть ходьба. Утром и вечером. Это приказ. Потому что вечером у всех кровь густая. После 7 у всех густая, даже у детей. Вот почему масло, жирное все, есть нельзя вечером. Потому что к утру может быть инфаркт. Вечером пища такая. Растертый огурец. Сок упустил. Сок. Чуть-чуть помидора, только кислого. Кислого. Теперь, если хочешь, чашка салата. Это чечевица или фасоль с черным рисом. Кусок грубого, хорошего домашнего хлеба на цельнозерновой ржи или пшеницы. Все это твое питание. Лучше ячменный хлеб. Все достаточно. И никаких выяснений отношений. Молчи, закрой рот. Все. Я спокоен, счастлив и здоров. 7 раз скажи, походи на улице, ты запасешься кислородом, и в этом случае ты выживешь. Мужу можешь ничего не советовать. Пусть ешь, что хочет, он тебя не будет слушать. Ему все равно крышка.